Всем привет. Добрый вечер, друзья, с вами Мошт. Секунду. О, сделаем потише. Добрый вечер еще раз, музыка потише. С вами Мошт, друзья, и это продолжение прохождения на Твиче Resident Evil Village, Resident 8. Вот, сейчас я быстренько пока закидываю видосы. Уведомление о том, что начался стрим на YouTube, в группу ВКонтакте и в Discord. Угу. Так, все, дропнул, супер. Супер, так. Так, немножко я отходил, там 5 секунд. Так, вроде все настроил, музыку можно пока что отключить. Все. Замечательно. Замечательно. Так, ребят, всех еще раз рад видеть, кто присоединился уже, кто будет это пересматривать на Ютубе, кто будет пересматривать на Твиче. Спасибо всем, кто подписался также вне трансляции. Было аж плюс 6 или 7 фолловеров. У нас выходные в субботу по общему голосованию на Ютубе было решено, что мы проведем розыгрыш на трансляции на Твиче. То есть я запущу стрим, заранее оповещу, какой стрим. Зайдем и разыграем приз. Вот. И после этого, как бы, следующая черта — это 200 подписчиков, либо 150. Посмотрим, как будет по возможности, как будет по рекламам на Ютубе, например. Чтобы вас можно было тоже мне как-то поддержать, порадовать за ваши старания, вашу поддержку по отношению ко мне. Рик, привет. Тиран, привет. И Учила, привет. Ну что, поехали. Resident Evil. На прошлом стриме мы прошли с вами двух боссов. Это Моро. Или Моро. Сколько я помню. И это была кукла Донна, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, после чего с нами связался наш Магнето, хламовщик. Вот. И сказал нам то, что... Приходи к нам, я тебе как-то помогу, я дам тебе колбу с твоей дочкой. А ты потом поможешь мне в чем-то. Ну, не знаю, мы пробрались. Мы прошли через крепость. Сокровища мы не взяли, вот мы внутри. На этом мы стрим, в принципе, и закончили. Стримы тут, да, теперь стримы тут, ввиду того, что тут лучше качество, и то, что на Ютубе не рассылает нифига Ютуб мои уведомления. Ну, прям вообще. Решил попробовать здесь. Так, как мне сообщили вне стрима, то, что старое оружие просто попусту могу не выкинуть, а продать торговцу за хорошую плату. И также, кто со мной помнит, мы проходили... первую локацию, я там на втором этаже еще кое-где не смог найти какие-то предметы. Это были камушки, я на сегодня нашел, где они находятся. Вот, поэтому при перепрохождении на максимальном уровне сложности... Видимо, это логово. А, я их найду. Так, кто рычит? Я только зашел, пока что ничего не понимаю. Где-то снизу. Так понимаю, что он главный, этот хламовщик, он главный среди вот этих вот оборотней. Прям их владыка, потому что у остальных это скелеты. Так, началось. Я не знаю, сейчас слышно меня, пока они орут или нет. Отступаем в узкий коридор. И мы с вами сейчас сделаем вот такую приколдеску. Все-таки нож мне, наверное, не нужен. Я думаю, что мина будет лучшим вариантом. Хорошо, есть.
Ой, боже мой. Да, ну нужно, нужно слегка пристреляться. Игру тише. Все супер, спасибо. Я так и знал, что что-то не то. А смотри, 6 уже. Я не понимаю, игра то громкая, то тихая. Ну-ка. Так, нормально? Потому что игра очень бывает громкой. То есть вы помните, что вчера было настолько тихо, что мы игру ставили аж на 10. Сегодня игра уже на 6 орет. Пока что мину я, наверное, не буду тратить на все это дело. Погоди, или просто музыка орет громко? Ща. А, во. Музыку поставлю на 2. Хорошо. Так, неплохо так по луту набрали. Правда, осталось всего 5 патронов тут, 4 патрона тут. По мелочи. Тут были бочки, честно говоря. Можно было бы ими воспользоваться. Андрюк, да-да-да, Виталик, что такое? О, ты кто? Ну-ка наверх. А, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А можно пройти здесь? Еще один. Хорошо. Это я куда? Я понял, походу они будут бесконечные, либо их очень много. Ну-ка, патроны на винтовку. Мне надо сейчас что-то сделать, что-то придумать. Уйди. Какой здоров. Понял. Ой, хорошо, что он прошел. Но это не страшно, ладно. Меня предупредили, что нельзя оскорблять стримера. А, не-не-не-не-не. Это, короче, смотри. Это я писал. Именно я там добавил грубое оскорбление. Короче, ну ты понял, это именно я написал. Тут можно. Наши с тобой фишки можно использовать. Это нельзя именно вот там, ну не знаю, там матом как-нибудь агрессивно. А я чист, все, я пуст. Ничего себе, у меня осталось 3 патрона. А где еще один? Там же было 2 больших, по-моему, не? Игра стала снова тихой. И мы возвращаем звук на 6, наверное. Музыку на 4. Вот. Потому что, скорее всего, они больше не придут. А если придут, то они, само собой, от меня получат. Фугасный... А, блин, фугасный снаряд же еще есть. Ну ладно, ничего страшного. Так, локация большая, мы тут много чего не добыли. Тогда окей, здорово. Здорово, здорово. Конечно, я знаю, ты чё? Обижаешься, конечно, знаю. Если в грубой форме, это... Это я узнаю, в общем, если в грубой форме человек пишет. Обычно это куча негатива. Блин, а вас не многовато ли пришло? Ой-ой-ой, умираем, да? А хилок нет вообще, кстати. Надо сделать пару динамитов еще. Хорошо. Реагент. Отлично. Плюс трава, плюс реагент, плюс хилка. Вернули хилочку. Вой, локация все зачистила. Опа. Хотел сказать супер, но я что-то не взял в стартовый. У тебя есть мины, не забывай. Да, я мины есть, но я хочу пока сохранить, мало ли.
Я понял, без конца будет идти. Я просто, скорее всего, не вернусь сюда. Потому что мы там не взяли сокровища. Скорее всего, проход будет под землей. Поэтому, если я вернусь в изначальную локу, я хочу что-то посмотреть, поискать. Прямо вот, буквально, ребят, минуту. Мы, скорее всего, что-то не взяли. Я сохранюсь. Потому что мы многих одолели. Мы прошли скрипты. Ну, там скрипт был с этим, как его, с молоторуким. Опа! Говорю же, что тут что-то было. О! Угас на босса, да. Угас только на босса. Только Фат пришел с гулянки, и тут, опа, поток. Да, на пару часов решил запустить, думаю, успеем, не успеем. Вот, поточное на пару часиков. Так, что мне с тобой сделать-то? Ой, ё-моё. Пожалуйста. Осталось 9 патронов, их очень много. Ладно, полетели по-быстрому. Патронов по нулям. Бочка это не ломается. Так. Не знаю, правильно или неправильно. Вроде правильно. Мы же уже катались таким путем. Но последний бежит за мной, не знаю. Все, не бежит больше. Чисто полетел домой. Так, пока все верно. Я понял, почему он сказал мне, что если вдруг я пройду, то это будет круто. То есть тут прям логово этих оборотней, зверей. Так, тут спавниться они уже не должны. Тут должно быть безопасно. Я за тобой слежу, даже не смей шевелиться. Порох, патроны на револьвер, две штучки. Оу, май. Если вы понимаете, о чем я. Локация чиста, спускаемся вниз. Патронов вообще мало, мальски. Ну побеги, похоже на то. Хотя, возможно, их можно было рано или поздно, так сказать, это всех перегасить, они бы не приходили бы, но не уверен. Мне нужно сейчас побольше. Мне сейчас дают деньги, но деньги-то мне не нужны. Блин. Деньги-то мне не нужны. Мне сейчас надо это. Наоборот, патронов у герцога почти ничего не осталось. Сейчас вот скримак, да? А смотрел кто-нибудь, ребят, фильм «Спуск»? Очень похоже почему-то. Фильм «Спуск» называется. Про девушек, которые отправились в пещеры исследовать. Там рельеф, что-то еще. И там встретились с кое-кем. Мы наконец-то получили приказ короля. Король? Кто это, интересно? Отступаем. Меня злит, что мы дарим пограничную крепость этим еретикам, так сказано в тексте. На всякий случай. Будь у меня чуть больше времени, я бы непременно переломил ход этой битвы. Нет, не стоит хорохориться. Просто это место пробуждает во мне любопытство. В этом краю есть несколько развалин, очень древних, по словам жителей. Ритуальное место с четырьмя огромными статуями, пещера с настенной живописью. Каменный поцелуй, подиум, поцелуй. Каменный подиум, названный чашей гиганта. Откуда появились те, кто все это построил? Откуда они делись? Меня злит, что мы покинем это место, не раскрыв его тайн. Ну, получается, их отлавливает, да, и кормит. Угас, снайперская винтовка, аптечка. Так я не понял, подожди, я сейчас что, буду с боссом драться? Если так, то мне надо это. Мне надо кое-что важное сделать перед этим. Патроны на дробовик 9, патроны на пистолет 15. А что это за мины? Это шумовой, не уверен, что он пригодится. Лучше мину поставлю. Ну, это шумовой, чтобы оглушить и пробежать. Честно, это меня напрягает почему-то место очень. Мы хоть и прошли через крепость, но что-то мне как-то страшновато.
Сейчас упаду и скриньте. Начнется. О, места нет на патронный пистолет. Что? У меня настолько нет места? Прям вот настолько. Хо-хо, ничего себе. Надо было продавать. Плохо дело. Там кто-то большой, да? О, это тот самый. Это тот самый друган наш, ё-моё. Так, у нас есть револьвер, но я бы оставил бы на босса вот эту приколдеску. Ё-моё! Так, если меня будет тихо слышно, ребят, скажите звук погромче, я сделаю. Бомба, бомба, патроны, пока нет места. Так, братан, ну-ка. Я еще больно от этого, не? Ой-ой-ой! Я думаю, что... Да я понял, что больно, я не успел. Тихо. Ой-ой-ой, как я... Я уж... У меня рука дернулась, я думал, что он прыгает. Так, ладно. Револьвер. Пришло его время. Так, а сюда давайте-ка мину поставим ему. Вместо пистолета. Блин, они сейчас мину меня стригерят, да? Да больно. Больно, да, тебе? Выкуси. Достижение дали. Ууу, ё-моё. Револьвер. Ах ты, тварь. Однозначно имба. Кристальный молот. Блин, круто. Очень круто. Мы с вами теперь без патрончиков. Мы с вами без патронов. Не, ну есть свои как бы плюсы. Но еще одного босса стало поменьше. Теперь мне вдвойне понятно, в чем была проблема, почему толмовщик сомневался, что мы вообще выживем, что мы справимся в этом логове оборотней. Ну, очевидно. Снайпа на дробовичок. Ой, хорошо, на дробовичок. И еще что-то я упустил, да? Да я, честно говоря, слил уже весь ревик, но я думаю, что еще будут патроны. Ну, это было бы странно, если бы их не было. У меня почти сотка патронов на пистолет. Ну и теперь патроны на револьвер уже будем копить, потому что, ну, уже боссов не должно быть крупных. Просто если был этот, то вряд ли холмовщик будет злой. На харде, да я думаю, сразу же, ну как, почти сразу. Еще постримим что-нибудь интересное такое прям. И что-нибудь решим. Большой. О, это локация с кристаллами. Ну-ка. Серьезно? Так, упало три. Раз, два, три. Какой-то хороший еще выпал. Четыре. Пять. Шесть. 4, 5, 6.
Так, 6 кристаллов в этой комнате. Все нашли? Молодцы. Но это было очевидно. Это было очевидно. Так, ну что? Телевизор. Ага. Интересно. Тут тоже все... Нет, тут что-то еще есть. Бочка. Нет, ящик от нее. Да. Клянка, та самая, и записка. Колба с туловищем дочки. Опа. А, на нас напала мать Миранда. Вот он момент. Мы вспомнили флешбеки. Что? Ты настоящий мужик, Ип. Молодец. Хватит прятаться, мудила. Живым так меня не уйдешь. Нормально такой. Сбавь обороты. Еще чуть-чуть, и ты все закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен. Так. Что в обмен? Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь. А дальше сам догадаешься. Пакеты, Итан. Стой. Он похож на Санка из седьмой части. Такой вот харизматичный, хитрый, умный. Что-то придумывает. О! Да ладно! Это мы выходим к сокровищнице под крепостью. Ну, как я и ожидал. Тарелка к Гульельму. Блин, круто! Очень круто. Так, тогда на лодку. Это моторная еще лодка, да, у нас? Да, моторка. Локация чиста, и плывем мы прямиком. Да ладно, сюда аж. Нормально, нормально. О, здравствуйте, Алексей, здорово. Это что такое? Это нормально. Ну да, смайлики на Твиче прям хорошенькие. Так, это вот мне сюда. Правильно? Конечно, правильно. Развернись только. Ща. Угу. Блин, ну конечно этот большой уважаемый. А это что? Довольно-таки сильный был. То есть, когда он поднял трубу, я думал, что все сейчас забьет нас насмерть. Может быть, я сейчас так попаду куда-нибудь? Какой-нибудь ключ Луиза тут нужен будет? Просто я так до сих пор и не понял, зачем мне этот ключик Луизы. И для чего это место? Лей еще до сих пор выпадают не какие-то. Мне как бы уже скоро конец игры, поэтому... Мне бы хотелось бы чего-то крутого. Фото неуловимой рыбы. О, это как раз таки то, что нам и нужно. Вот мы и добыли. Так, это что такое? Отчеты оживления Каду. Пациент 174, Михай. 21 год, мужской серебрянщик. Рубцы от пневмонии. Итог. Слабая взаимосвязь, Каду не вырос. Изменение тела, ухудшение когнитивности. Очередной оборотень. Отправлен на выгул. То есть оборотни это неудачные эксперименты, что ли, получаются? Ничего себе. Ничего не болело? Смерть. Пациентка Альсина. Альсина? Это же дочка. Параметр 44, женский. Потомственная дворянка. Не из деревни. Наследственная болезнь крови. Итог. Крепкая взаимосвязь, острое мышление, способно управлять трансформацией тела. Применил процедуру контроля над сознанием. Отправлена на обследование. Вот она. Как раз таки Альсина. Она превращалась, по-моему, в мух и была одной из дочерей Димитрески. Самоделка, патрон, дробовик и все, что ли? Я-то думал, тут что-то еще будет. Что-то узнаем секретное там. Ё-моё! Собственно, я же сейчас поныл, да, что здесь ничего не было. Получается, наныл. Нет, ну на ножах уже драться не модно здесь. Давай-ка. Давай-ка закончим со всем этим делом поскорее. Ну, я надеюсь, Рик, если мне не дадут сделать закуп или что-то проапгрейдить лучше. Мы же помним, что у нас на пистолеты там еще были увеличенные грейды.
То есть обязаны дать. Как минимум еще два раза загрейдиться. Во. Во. Стоп. Стоп. Тут обычная щеколда. Ну, видите, да? Щеколда. А видите вот эту вот штучку вот? Огромный такой вырез, который, наверное, сможет пройти рука, которую не раз уже отпилили. Либо можно отсоединить руку, просунуть там как-нибудь ее, открыть ее. Тут любой человек ее бы открыл. И пройти. Ну, ладно. Итан у нас как бы любит все усложнять, вот эти вот все проблемы. Это вот, он обожает. Проблема создана для Итана, а Итан для проблем. Так. Смотрим, что изменилось вообще, пока нас не было тут. Все как было, так и осталось. Полностью так же. Единственное, у нас есть фотка с рыбкой и вот сокровище из дома у реки. Оно находится недалеко от дома Димитреску. А вообще, мне куда идти-то? Отнесите колбы к алтарю. Ну, я надеюсь, что это сокровище мне что-то дадут собрать. А если нет, то я не знаю то, что мне делать. Вот прям вот без шуток не знаю, что мне делать. Hello? Никого. Да кто же меня тянет все время за язык? Кто там на этот раз пришел? Кем я еще не успел сразиться? Покажись. Давай. А, этот что ли? Ну слушай, за него дают хорошую награду, поэтому я бы даже, наверное, попробовал бы напасть на это создание. Ну так, чисто. Попробовать. А, фугасных снарядов у меня есть? Нет. Ну можно из винтовки. Сейчас тогда мы как сделаем? Начнем охоту. Во. А, быстрый доступ. Единичка. А не сильно ли ты бьешь? Хорошо. Охота выдалась не самая удачная у нас, но сейчас это дубль 2. Дубль 2. У нас есть еще вот такой. Вот такая штука. Тоже как бы осталось. Револьвер-то я потратил весь. Не, ну почему нет? Где ты? Друг мой закадычный. А где? А куда? Как? Мне тебя одолеть-то? Бежим. А, так вот для чего нужна баррикада. А что такое сильное? Очень сильная. Не надо потерять суицид кидать. Не, мы осуждаем суицид, если что. Во всех его проявлениях. Я думал, что я выиграю. У меня же есть такая приколюха. Ой, сейчас будет и больно кому-то. Ой, сейчас ему будет очень больно. Ты готовы, да? Показываю. Показываю. Охота на сурка.
Поехали. Так. Две хилки. Куча патрон. Вопрос, стоит ли все это того? У него какие-то там красные глаза горят. Вообще он это... Какой агрессивный. Ой-ой-ой. Всё? Вожак стаи называется достижение в стиме. Победите волколака Альфу. Кристальный древний зверь. Вас могу поздравить, у нас вообще не осталось ничего. У нас, это по-моему, первый раз такое, что у нас последняя хилка, у меня мало здоровья, у нас не осталось реагентов, нет патронов на револьвер, нет патронов на граник, на дробовик, осталось чуть-чуть на снайперскую, чуть-чуть на пистолет. Ну ладно. Не, ну как бы, зато победа. Так, и вопрос, что же ты мне мог открыть здесь? Кто ты охранял? И охранял ли ты что-то вообще? Походу, ребят, все это было зазря. Нет, ну как зазря? Мы проверили, мы повеселились. Пойдем дальше. И сейчас, как назло, на пути к... Шоу продолжается. Да? Прямо вот так вот продолжается. Сейчас мы с вами вернемся, наверное. Может быть, не вернемся. Ну-ка, секундочку. Секунду, секунду. Фото неуловимой рыбы. Ребята, где это находится? Кто-нибудь помнит? Где была лодка? Ну вот именно такой помост, ручей и лодка. Я прям не помню это место, ребят. Это около моря где-то? Я просто... Но это же не около этого каннибала. А реально... А где это может быть? Тут наверху не было рек. Ну вот, вот какая-то была река. Давайте вернемся, конечно, на мельницу. Попробуем вернуться на мельницу. Вот у каннибала была река, я тоже так думаю. А, я помню, да, Илья, где я тебе это... Закрыл тебя. Ну ты это, не обижаешься же уже, надеюсь. Я просто испугался. Ну слегка. Так. Ну вот река у каннибала, но здесь... Ой, я тут не был. О! Уже не зря сходил. А дальше все. А дальше только это. Водопад, ну, пороги, водопад, все такое. Погоди тогда. Где еще у нас с вами есть река? Вот тут. Но это не та река. И спуститься сюда я тоже не могу никак. Тут у нас мост. Мост, зверь, там все дела. А это навесные мосты, это все тоже не то. Одинокая гора... Да я вот вообще не помню, где была река. Такая, что прям помосты. Здравствуйте, Альфа. Добрый вечер.
Спасибо большое за follow. Не могу понять. Это, ну, река, снег, все как бы как обычно, помост. Где мы плыли по реке? Мы ж сегодня... Я прям вообще не помню. Мне нужна эта рыба, чтобы сделать изысканное блюдо на скорость бега. Это, скорее всего, пригодится мне с финальным боссом. Во, Альфа, вы же помните, где находится финальная рыба большая? Я не могу понять. Можете мне напомнить, чисто подсказать? Не могу вспомнить, где находится место, где... Тут пирс. В общем, думаю, вы меня поняли, о чем я. Вот здесь. Здесь не тот мост. Тут вообще всего этого дела нет. Тут заперто, река уходит дальше. А куда уходит дальше, а куда непонятно. Угу. Ну, пойдемте сходим тогда сразу к этому нашему другу, товарищу, герцогу. Просто у меня есть такое ощущение, что где-то там около Морро. Моро. Просто я больше не знаю мест, где река. Может быть, я где-то еще не был. Это место мне чуть-чуть позже откроется. Я безмерно счастлив, что вы вернулись живыми. Да-да-да, привет. Конечно. Ладно, давай посмотрим, что у тебя вообще есть, имеется тут. Ну что ж, смело изучай. Давайте. Есть что-нибудь новенькое, нет? Вообще ничего нового нет. По оружию. Нет, давайте, да, давайте мы сейчас ему продадим. Все кристаллы, большой кристалл, два вивианта, желтый кварц, хоть и дорого. 9 черепов, отличный кристальный череп за оборотня 10 тысяч. О, 80 тысяч за этого босса. Это точно стоит того. Кристальный молот 35, он того не стоит, мне кажется. Большой кристаллический топор. Это... Не помню, кто это. Может быть, какой-нибудь... Этот как... Ну, этот... Каннибал. Ожерелье с зазором пока оставлю. Ангел отца. Тарелка. На 241 тысячу. Вот на это стоит раскошелиться. Продались на 241 тысячу. Это очень круто. И давайте-ка теперь продадим дробовик М18. Продаем дробовик М18. И получается пистолет Леми. Так, М18 и пистолет Леми продаем. Не обращайте внимания. Так, пистолет Леми и М18. Оставляем М19 и вот этот, правильно? Да. Не волнуйтесь, вы всегда можете его выкупить. Вечером Девауэр постримить, но мне завтра утром рано вставать, поэтому нет, сегодня не успею. По мне так. О. Отличная сделка. Места теперь много. Опять-таки, у меня, правда, очень мало всего. И мне сейчас нужно к месту ритуала. А стоп, разводной мост, и там рыба. Я понял, где это место. Есть, отлично. Все. Мы же там не были, точно же. Так. Тут я варить даже, наверное, ничего не буду. Вот и лодка. А мы сейчас с вами значит, сделаем еду вкусненькую тут. Рукоятка. Вставляем. Мы же забыли с вами про это, совсем про это место. Прям полностью. Супер. Так, у нас тут трава лежит. Ну, а если вот мы бы фотографию не нашли? Подвесной мост. И к сокровищу, что ли, проход тут будет у нас? Или как? Или это проход дальше? Не знаю, то это место или не то. Но очень похоже, что то. А это я куда? Это я вообще куда плыву?
Вау. Что? Это может быть дальше по сюжету я куда-то побежал? Сейчас что-нибудь сейчас я отыщу. Господи! Это оно? Превосходная рыба. Вот так рыбалочка. А, ну да, лодка стоит. Сзади это тут пирс-причал. И тут рыба. Во. Угу. А, ну да, 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 да. Вот оно. Отлично. Это разобрались. Не надо сюда идти, наверное. Очень плохая идея. Очень плохая идея. Безумно плохая идея. Крайне ужасная идея. А мне сюда зачем? Там что ли мост обвалится или... Блин, я зря пошел, наверное. Даже не дойдя до места ритуала. Давайте, ребят, я не буду забегать вперед. Если что, мы вернемся лишний раз. Просто, скорее всего, сейчас пропущу какую-нибудь важную, интересную кат-сцену. Потому что, как обычно, я полез раньше положенного. Ни вперед не проплыли в итоге, ни назад. Просто пошел сразу же... Получается, по сюжету. Ну, просто такие вот проходки. Мне кажется, что это недалеко от места ритуала. Скорее всего, нам сейчас покажут, как там какой-нибудь мост обвалился. Или покажут, кто его обвалил. Там, может быть, мы увидим Матерь Миранду, может быть, кого-то еще. Давайте поэтому я сейчас вернусь. Мы сходим, посмотрим. А потом уже и вперед поплаваем, и назад. И куда угодно. Угу. Ну да, играю я за того еще этого бойца. За справедливость. Вообще можно бегать так, чтобы враги боялись, но... Так, кто там елозит в кустах? Ну-ка. Давайте без этого. Проход вперед, скорее всего, там к этой будет. К сокровищнице. Проход назад к какому-то месту ритуала. Ну, купи патронов, а их нет, вот в чем прикол. Патроны кончились сегодня. В общем, патроны все кончились. У него ограниченный боезапас. Не понял ничего. Отнести колбы к алтарю. Да. Ну я не знал. Ну как, точнее, я просто невнимательный. Я понял, да, у него надо сложить. Патроны мы не прикупим. Вообще ничего сейчас даже не сделаем. Надо найти срочно патроны на револьвер где-нибудь, парочку. Так, а зачем я пришел сюда? Место ритуала, алтарь. Ну ладно, короче, я сейчас, видимо, очень далеко забежал за сюжет. Вот сюда вот нужно поставить колбы. Прям рядышком. Стоп, подождите, колбы. Раз уж я пришел, раз уж я на месте. Кухня герцога. Вот, это я хочу. Рыба. И превосходная рыба. А, спасибо. Чего? Как не хватает одного? Ну ладно, мы сейчас все вложили. Рыба тут нужна. Тут рыба не нужна. Снижает урон, правда, при блокировке. Тут рыба. И тут рыба одна, да. Мясо нужно 5, качественное мясо. А тут мясо 4. В принципе, можно сейчас это все положить. И просто мы сейчас навсегда снизим урон при блокировке. Ну, я, в принципе, блокирую уже иногда, правильно? Да. Готово. Садитесь, ешьте. Иногда же я блокирую, поэтому, в принципе... Неплохое блюдо. В принципе, сойдет.
Не обращайте внимания. А теперь... Гарантирую, будет вкусно. А теперь складываем все предметы. Туловище. Розы. Может, вообще, как бы нас обманули, это не части? Что это было? Флэшбэки. Странно, что... Как-то Итан с ней связан, потому что убили Мию, а этих двоих забрали. Как-то я связан со всем этим делом, не знаю как. Четыре разных дома. Пока без этих всех. Угу. Колба с ногами. И последнее. И последнее, последнее. Поехали. Кстати, реально, может быть, от лица Розы смотрю, потому что плачет. Чаша гиганта. Что? Ну, нам нужно идти сейчас к алтарю, ой, к этому. К месту ритуала. Даже ворота сами открылись. Ничего себе. Какой почет. Какое уважение. Какая грация. Только мост не обвались, пожалуйста. Что происходит? Мост. Мост опустился, да, наверное? Который меня к сокровищнице привел бы. Вот они, четыре владыки. Ну, не владыки, а четыре дома. И сюда мы вставляем большую чашу гиганта размером с постамент. В ней можно уместить 4 колбы. Угу. Блин, а можешь поднять мышку? Мышка не поднимается, если что. О-о-о. Это где? Чего? Временные меры. Разместите чашу. Ага. А стойте, мне надо подняться. Я же могу еще подняться? Должен. Надеюсь, что смогу. Мы же сами еще не сходили сюда, не сходили сюда. Ё-моё, надеюсь, дадут подняться наверх, потому что... Иначе это будет огромнейший провал, но я не знал про это, поэтому ладно. На крайняк, потом сходим, изучим, посмотрим. 100% я пропустил патроны на револьвер. 100%, 200% патроны на револьвер где-то там были. А сейчас я иду без всего. У меня есть сейф, конечно, но... А может быть, мы сейчас выйдем сюда. И выйдем отсюда. А лодки там нет. И такие, все. С ребенком все будет хорошо. Будь спокоен, Итан. Ха! Это куда? Вообще аж сюда. Давай уже, двигай через мост. Это вот его фабрика. Железная. Ну ладно. Кто-то он от нас точно хочет. А, Итан Уинтерс. Входи. О, камеры. Справишься с Донной Моро. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так? Ты мне нравишься. Я хочу поговорить с тобой о Розе и Миранде. Так. Ты входи же. Не бойся. Это не ловушка, но подожди, ну. Мне... Там что, локация с боссом какая-то? Арена, что ли, будет? Что ты задумал? Что-то он явно задумал, но подожди, Итан, тут столько металлолома. Мы сейчас вот столько всего можем набрать. Всяких ржавых обломков, крест... Да подожди, ты, не пойду я пока к тебе. У меня тут целый схрон. Как будто в сталкер сейчас играю и... Артефакты собираю со всяким хабаром. Да мне кажется, не ловушка, он такой дружелюбный. Он сейчас там просто кинут условия, скажет. У него выбора нет. Итан слишком силен. Он может регенерировать свои клетки. Как мы это выяснили на протяжении всего фильма. Все игры и прошлой части. Ну давай, ладно, я зашел. Что ты от меня хочешь? И вообще, где ты?
В чем проблема меня встретить? Магнет, а? Закрой дверь, давай за мной еще. Ну да. Какие-то скримеры сейчас будут. Я не боюсь, я уже иду, как бы. Это не ловушка. Он не обманщик. Во! Во-во-во-во. Видно, что все дружелюбное. Какой-то газ, реагенты. Слишком маленькая локация для драки. Тут он что-то он изучает, что-то пилит. А что там? Он какое-то расследование ведет. А может быть, он нас поэтому и не тронул? Вот эксперименты, создание оборотней, штуки. Как-то с этим делом замешан Крис Редфилд. Может быть, они его сделали таким? Роза. Все это ведет к Розе. Мия. Устранена первая. Он второй. Странно, что он сбоку. Странно, что его даже нет рядышком. То есть кукла. Что там? БСАК. Моро. Это. А он почему-то отдельно. Он не с ними. Не понял. Так, а где он вообще? Дай выйду отсюда. Тут пусто. Обманул меня, получается, он. Ну да, жаба была тоже дружелюбной. А. Не показалась ли кнопка нажалась там? Ну хоть поговори со мной, не знаю, где ты? Тут проход закрыт. Может быть, какая-то касс-сцена не сработала. Сижу там, значит, разглядываю. А тут можно это все. Твою мать. Мия. Правда, глаза колют? Да не стреляй, он твои пули остановит. Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех. А потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет. Ты крепко ошибся. Сука, закрепь. Завали в лоб! Это кто там у него? Ты присядь. А можно не туда? Он же нас оттолкнет, Итан. Слушай, Итан, ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Он поставил стул напротив пропасти. Ну-ка, сядь, сказал! Мисс гигантская сука. Стрёмная куколка. И водяной дебил. Осуждаем такие слова. Еще не все. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке Миранда? Я вообще не хочу быть в семье Миранда. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне? А хер вам! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Он хочет нас устранить. Он хочет нас устранить, чтобы мы не заняли его место. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткни еще рот! Он прям сзади нас, но Итан, ну подумай, что он нас может кинуть туда. Прям сейчас. Ты и я, Итан. Мы вместе спасем Розу. Из нее уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак, моя дочь не оружие. Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Сам набросился. Че, хили-били? А ты еще кто? О, весь в железе.
сука! Ты сядь уже, Итан, беги, беги, беги! Тупик. Какой тупик? Вот, смотри, что есть. Чтоб тебя! Чё, пропеллер? Ну, Карлсон получается. Что это за тварь? Ну как что? Это обычный оборотень, на которого он нацепил против его воли кучу всего. Итан, ты очень, ну, вот, с трудом как-то вот понимаешь все вот моменты, детали. О! Даже я быстрее сориентировался. А может быть и не быстрее. Я вообще откуда пришел? По-моему, отсюда. О, тут что-то еще есть у нас. Стой, стой, стой тогда. Сейчас мы что-нибудь сделаем. Например, мы делаем вот это. И вот это. Все. Перезаряжаемся. Раз. Тут что-то желтым горит. Ну-ка, ударить может быть. Очень странно. Да он не лезет. А, уже лезет. До этого я нажимал, он не лез. Хм, Итан, ты поражаешь меня. Ржавые обломки. Пуск сюда. Тут, скорее всего, еще что-нибудь будет полезное валяться. Так, еще ржавые обломки. Отлично. Так, а это может, да, меня поймать? Я просто так бесцеремонно бегаю. Хорошо. Ну, вроде все собрал я. Но нет. Игра говорит, нет, Итан. Где-то еще. Ну, знаете, я, наверное, уже не буду искать до конца. Мне тут страшно. Железно, непонятно. Давай, Итан, подтягивайся, тянись, лезь. У тебя все получится. Угу, молодец. О! А что у вас такое, ребят? Хорошо, на одну хилку набрали. А, это двойная локация. Может быть, кстати, я все и собрал. Вот этот момент сейчас соберем только. Окей, и все. Да, супер, все нашли. Так, мне куда-то вообще идти здесь надо. Там вход забаррикадирован. Но они пришли отсюда, соответственно, мне куда-то сюда. Нет? Да. По сути, их можно было бы даже, наверное, пробежать с блоком. И потом просто пролезть. Ага. Вот мы поднимаемся снова наверх, откуда мы упали. Не знаю, Итан такой, как бы он очень доверчивый. То есть, хорошо, мы пришли, он на нас не напал. Поставил стул. Ну, хорошо, Итан. Тебе говорят, сади. Ебанутое место. Надо подняться. Лучше не скажешь. То есть просто тебе могу сказать, тут как бы садись, хорошо. Сядь. Но сядь так, что ты подвинешь стол чуть-чуть в бок. Чтобы если он тебя пнет ногой, так демонстрационно, ты успеешь увернуться или ну хоть что-нибудь сделать. Так, P4 материала, хорошо. Да, открыто. Это фабрика Гейзенберга в целом идет. А тут что? О! А как? Не. Хотите что-то купить? Хотя, я уже, наверное, не буду удивляться. Ух ты. А это что? Во-первых, еще место за 50 тысяч. Дробовик за 180 тысяч. И пистолет с уроном 200.
Зачем я тогда все грейдил? Хотя, наверное, чтобы проходить игру. А давайте купим. Это какой-то модифицированный крутой дробовичок. И какой-то пистолет. Урон 200. Урон 200 у пистолета. Ну, вы поняли. Секунду. Спасибо за покупку, сэр. Да-да-да, взаимно. Вот он, да? Полуавтоматическое ружье с огромной огненной мощью. Изучаем. У него 1160, 1,4. 1160, 1,4. 1161. Ого. Ну, а пистолет тут как бы очевидно, у нас там вообще мало. Здрасте. Тогда мы сейчас с вами кошелек герцога. Оружие продаем М19 наш. И продаем вот этот. За 127 тысяч, правильно? Правильно. И у нас с вами остается пистолет раз, и все остальное два. Угу. Подбирай себе оружие, будьте внимательны. Ага, далее. По мне так, отличная сделка. Быстрый доступ на двойка. Быстрый доступ тройка, ну-ка. Какой-то пистолет крутой, это какие-то оружие амбреллы уже. Ну что, оружие амбреллы какое-то уже пошло у нас, правильно? И это можно как бы само собой грейдануть еще вдобавок. Офигеть. Офигеть. Это до конца можно грейдить. Ага. У нас остается 53 тысячи. Я прокачал вот это так. Пока что хватит. Револьвер, наверное, я уже не буду выкачивать. У него урон так 1900. То есть, ну нет смысла сделать его... Ну, лучше прям намного. Еда — это жизнь. А вот припасы на пистолет берем все. Ага. Припасы на дробовик берем все. Боеприпасы на снайперскую винтовку берем все. Ясно. Тот еще. Хорошо. Дальше. Покупаем по одной. Модули. Он за 100 тысяч. Что-то еще. Я думаю, нам это с вами уже не нужно. А вот на прокачку еще оружий каких-нибудь. Хотя, что мне тут вкачать-то? Темп стрельбы только если. 22 тысячи, да, здесь? Или перезарядочку. Давайте пока, наверное, подкоплю. Заходите еще. Патроны мы все взяли, осталось найти сохранение. Патроны купили все тоже. Я думаю, теперь уже будет полегче нам играться. Вот она, фабрика Гейзенберг. Но будем знать на хардкоре, что если у нас будет столько денег, то где-то сколько там, 180, ну под 250 тысяч нужно ресурсов. Это еще не вкачанное. Плюс еще можно это дело вкачать. Ой, там их много. Порох и что еще? Все. А раз их там много, то можно спокойно, быстрый доступ на единицу. Явно легко ломается. Беги. Живой, нет? Ну, слегка ранил на самом деле. Это какая-то бомба или это броня? Хорошо. Итан, ты молодец. Хотя, наверное, двоих можно было и так, в принципе, взорвать. Ой, расстрелять. Я думал, там больше, ну ладно. Какие-то камеры, что-то еще. Вот что это? Нет электричества, хорошо. А, это мы сделаем проход сюда. Пульт лифта. Они все, да, они все модифицированные, то есть. Роботизированные ребята. Зачем? Зачем эта лестница? Не знаю. Ладно. Играем в киберпанк, получается, теперь. А я вернусь в свою родную деревню-то это тут или нет уже? Просто если нет, то я много чего упустил. Да-да. Так, это дробаш. О, проверим дробаш.
Ну, в принципе, нормально так стреляет. Достаточно хорошо. 3000. Не, ну ресурсов дается нормально по деньгам. Но, честно говоря, как я уже сказал, мне нужны патрончики. То есть, ну... Изучить. Пока что стрелять сюда мне нечего. Какой-то символ амбрелы, наверное, надо будет ставить. Реагент. Так. Надписи сзади. Ну, что-то вживляется. В мозг, в шею, во все нервы. Ну, понятно, он как-то... А, наверное, из-за того, что он внедряет в них свои железки, он ими командует полноценно. То есть, если так они подчиняются матери Миранде, например, образно говоря, да? То в этой ситуации ему... Ой, их многовато, наверное, все-таки... Наверное, все-таки вот так. Да серьезно, что ли? Да хватит кусаться! У меня есть что-то, как патроны сделать? Ага. Они очень живучие. С них, конечно, обломков падает много. Но это тоже все, хорошо. Отмычка нужна. У нас как раз была одна отмычка. Давай, что-нибудь полезное. Патроны. Желтый кварц. Но это не полезно. Ну как полезно, но не настолько полезно, как могло бы быть. Нет электричества. А я вообще куда пошел? Переключатель какой? Ну вот этот вот, да. Не. Это он сделал? Не, ну вы же понимаете, что, скорее всего, электричество включается здесь. Конечно. Ну, готовы? Готовы. Бежим. Да ладно, живой. Так, ну что, Тони Старк. Здесь мы закончили. Так, я что-то там взял и для чего там? Конечно, живет. Уже ушел. Механоид, блин. Это у нас тоже не работает уж. Заперто с другой стороны. Кто-то уже идет. Кто-то крадется, ползет там вовсю. Погоди, а если я пройду сверху? Там было два пути, мы прошли по одному, есть второй. Я правда не знаю, он там как открыт, закрыт. Там уже кто-то кряхтит вовсю. Вот, нет электричества. И где-то же был еще один путь. Подожди, разве нет? Терминаторная минималка, тоже верно. Ну, это я иду обратно. Вот, и там была какая-то дверь, которую я не открывал. Давайте посмотрим на нее. Потому что, скорее всего, это какой-то... Не баг. Это, скорее всего, какой-то шорткат, я имел в виду. О. Нет, оно открыто. А, это последний все-таки считается босс. Потому что сферический предмет нужен здесь.
Это так, такая тоже сейф-зона, грубо говоря. Тут у нас реагенты. Вот, все. Теперь с чистой совестью можно отправляться дальше. Разбираться с роботами. У нас еще время чуть-чуть на стрим есть. Я надеюсь, что мы успеем. Все-таки, походу, за сегодня мы не закончим игру. Сегодня у нас Гейзенберг. Ну, хотя бы ему времени уделили больше, чем кукле, чем Моро. Моро. Вся фабрика оживет. Лучше сплюнь. Так, давай. И вон туда вставляем его, правильно? Должно быть правильно. Так, какие-нибудь... Не, вроде кристаллов нет, ничего не моргает. Барельеф с лошадью. Это полезная вещь. А тебя куда, позволю себе спросить, жилище Гейзенберга? О. У меня есть такое подозрение, что пока на них, у них на голове эта штука, их не убить. То есть их сознание контролируется, неважно, мертвы, как бы живы, там неважно. Их сознание под контролем, опять-таки, этого Гейзенберга. Ну-ка, сейчас. Окей. Тогда для чего ключ Луизы реально нужен? Еще хорошо. Блин, тут жарко реально. Давай, иди сюда. И ты... ты тоже. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Их всех нужно было мне на самом деле под этой штукой разбить. Ввиду экономии патронов. Ну ладно. Поторопился я слегка. Хорошо. Если Гейзенберг каждый раз так заходит к себе домой, это забавно бы. Я бы не хотел так со школы возвращаться, например. Давай выдергивай руками. В нормальных, точнее в других играх, нужна какая-нибудь там это... Ну не напильник, как он там, забыл, не наждачка, как она называется-то. Вот для таких штук, как она, жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Не монтировка. В общем, не помню уже все. Вспомню, скажу. Так. Раз, да. Я понял, эту штуку... Так, быстрее проходим это все дело. Не хочет, чтобы оно все оживало. Так, это у нас шорткат. Это радует. О! Не, блин, зря я потратил патрон на самом деле.
Давайте-ка мы сейчас это разнесем, и скорее всего это будет окуп. Это окуп? Патрон дробовик 6 штук, это очень хорошо. А здесь у нас запчасть цилиндр. А, так это по сюжету. Это я где вообще? Резервный генератор. Погоди, прежде чем его запускать, надо это... Здесь все осмотреть, проверить. То есть это как будто реально Димитреска, то есть много времени, отдельная большая локация. Конечно, не прям как замок. Замок я следовал вообще очень медленно. Порох. Так, я так понимаю, что мы сейчас с вами будем, ребят, убегать скоро. Мы сейчас будем скоро щемать просто со всех ног. Да. Ну давай, вставляем. Нужна шестерня. Вот так у меня есть все. У меня вот колесо есть. Погоди. А я что собрал? Это какое-то сокровище я собрал? Да, это какая-то сокровищница. Ничего себе. А, вон есть какой-то путь. Я его даже не видел. Ага. Так, ну и тут, наверное, раз, два. Легко и просто, мы в жилище. А, жилище мы уже прошли, наверное. Так, карта фабрики нижние этажи. Категорию, это фабрика, она как замок просто. Это огромная локация, большая, такая хорошая, насыщенная. Посмотреть на карту. Зачем? А, механический боец-солдат. Взяли труп взрослого мужчины, удалил уху сердце и ставил каду. Успешная стимуляция мышц электрошоком. Мозг мертв, поэтому он лишен разума. Ходит, повинуясь инстинкту разрушения, а потом останавливается. Я же говорил. Прикрепил оголовье к черепу с электродов. Считывает стабильные мозговые волны. Первый эксперимент. Бой с оборотнем. Разобран на части, съеден за 3 минуты. Поражающая способность и бойные силы недостаточные. Механический боец, солдат. Версия 1.10 уже. Там была 1.00, 1.01, 1.10. Заменил нижнюю часть руки буром. Недостаточной энергии для эффективной маневренности. Может взять живое тело. Версия 1.15. Установил каду реактор в грудь, запас энергии гораздо больше. Второй эксперимент. Бой с оборотнем. Убил 3 оборотней за 1 минуту. Хороший результат, но непрочный реактор. Отключается, если уничтожить реактор. Но это нам намекают на вот этих вот... Стоп. А я где-то видел эту фотографию. А где мы видели ее? Бойца механического. То ли я где-то в интернете видел это фото. То ли в этой игре видел фото. Я куда вообще вышел? Куда ты вышел? Так, стоять. Открывай ящик. Открой. Шестеренки есть, супер. А это для чего? Я был тут? Так. Ребят. Прорыли. Ты чё прикрываешься? Ну-ка, плюсик, кто испугался, как я. Но, скорее всего, никто не будет так бояться. Мне кажется, я единственный тут. О, боже мой. Это было сейчас что-то слишком страшно для меня. Чё, надо шаблон шестеренки? Надо, конечно. Ой. Страховывайся сколько просто сегодня. Офигеть.
Так, сделалось-то мне пока. Рик, что думаешь? Тебе вообще какой вообще босс больше всего понравился? Ну, точнее, знаешь, не босс, а локация к боссу. То есть именно вот этот вот кукольный дом, там замок. Вот это вот с механической с тематикой. А, встаем, я готов. Давай, я к каждому готов. Не, никто не хочет. Ну ладно. Так, а это куда? Это мы пробили дверку. Вставляем шестеренку. Кукла понравилась. Хотя, наверное, мне тоже кукла, потом замок Димитреску. Потом, наверное, вот спорно, эта локация, она... Началось. О, Итан, какое разочарование. Я мечтал, что мы объединимся против этой сучары Миранды. Я очень, очень разочарован. Они же легкие. Она похитила меня. Нас сделала своими детьми. Заперла нас в деревне. Мы прислуживали ей десятки лет. Ты хоть понимаешь, насколько это унизительно? Конечно, понимаю. Не знаю, мне нравится, скорее всего, эта локация больше, чем с Моро. Там прям я болото мерзкое. Я хочу... Так, ты погоди, как сестры? Лишь освободиться от этой сучары. Я понимаю тебя. Мне нужна... Я просто смотрю на локации, погоди. Сила. Силы, конечно. Достаточно силы, чтобы уничтожить А эта сила, это дочка, наверное, да? Так, я готов. Вот плоды моих стараний. Сильные уничтожат слабых. Так устроен наш мир. Ряда отверг мое предложение, Итан. Ну и урод. Что я сделал? Что-то стрельнул куда-то. Понимаешь, Рик, я бы тоже так сделал. Но мне кажется, что... Наш друган вряд ли бы додумался до этого. Он очень-очень... Я уже много раз говорил, странный человек. Ай-яй-яй, я попал, но получил по шапке. Ой, это плохой удар. Это плохой удар. Давайте-ка мы сейчас с вами сделаем вот так вот. Блин, не пробивает, слушай. Ай-яй-яй-яй, больно же как. Да ладно, с одного? Угомонись уже. Кристальное сердце. Она снова отсылает эту штуку, кстати говоря. Да, хватит меня дудосить, я пытаюсь вот тут попасть. Держаться. Это какие-то усиленные, слушай, прям. Все, успокоились. У меня просто патронов уже сейчас столько не будет с ними сражаться, со всеми. Я даже не понимаю, что это за такая за подлокация. Вообще, куда они хотят, что они сейчас собираются делать, не знаю. А все? Или не все? Нормально. Еще есть мина. Перезаряжайся, Итан, чего уж тут. Может, конечно, это можно сделать ножом? Попробуем в следующий раз. Мины, спасибо.
Так. Мне вот пройти бы сюда. Наверное, драться не буду. Они вроде слабые, а вроде сильны. Офигеть, какая локация стрёмная. Вот именно патронов у тебя уже вообще мало. А еще нужно что-то сделать. Разбить кого-то, чего-то. Ребят, секундочку, телефон зазвонил. Понятно. Это был социальный опрос. Пятерочки, чтобы вы понимали. Красные штуки как бочки работают. Ну, они взрывают их нормально, да. Эти красные штуки, я понял. Все, раз... Так, я... Где? А нет. А ее нет у него, видели, да? Вообще ничего нет у него. Так, ну он должен был упасть со мной. Или не упал, да? Бежать? Большой кристаллический. Окей, этого взяли. Далее, что здесь? Open, open, open. Дроволик сколько? 5. Дойдет. Я не понимаю вообще, что я сейчас делаю в этой локации. Куда я бегу? С кем дерусь? О, вернулся в начало, походу, нет? Да. О, типичный резик. О, теперь это реально типичный резик. Потому что у меня ничего нет. Погоди, ну это проход дальше. Правильно же? А мы не исследовали все сзади. Или не надо это исследовать? Это вообще куда проходка? А, нет, все верно. Это что-то не наш... Я понял. Ай-яй-яй, обманщик, обманщик, аферист! Какое... Какой жук просто, обманул меня. Не попал? Хорошо. Дай пройду, куда это? Тут не поймешь, куда вообще что ведет, вообще непонятно. Как Quick Time Event будет, надеюсь. А, понял. Ну, может быть, что-то будет. Я бы не отказался от чего-нибудь такого. Я был тут, я тут был уже, тут везде уже был. Какие-то локации, какие-то прыжки, не знаю. Ну, для меня все это очень запутанно и напряженно. То есть, вот тут оно есть, я прошел сюда куда-то. А, или я вернулся назад, подожди, я вернулся, скорее всего, просто назад, банально.
все очень запутано. Проходка, он появился тут. И получается мне куда-сюда, что ли? Давайте проверим, можно ли это сделать ножом. Блин, сколько патронов я слил, получается, в никуда. Если так посмотреть, а? Нехватка ржавых обломков. Ох, их мы добудем бы. Ёпкарасоты. Run. Просто run. Все взял в комнате, все взял. Он просто сейчас, скорее всего, выбежит. Давай. Скорее всего, что-то не хватает, наверное, да? B1. Но мы много чего на самом деле не взяли. Именно в тех базовых локациях на фабрике. Ух, путь будет долгим. Сколько их? Не, это самая большая локация. Это просто самая большущая. Во-первых, она самая такая замудренная. Тут нормально так, ну, ничего не посмотришь. Все время куда-то бежишь в панике от кого-то. Реально фабрика клонов. Играя в Star Wars. При этом ей совершенно нет дела до нас. Оборотни? Она давно утратила всю человечность. Я должен уничтожить ее. Мне посрать на ваши семейные разборки. Бомба, бомба. Какая-то самодельная здесь. Порох. Это что вообще такой, какой-то туннель? Что-то копают, что-то роют. Роза, получается, да, в их семье ее приняли без каких-либо испытаний вступительных. Вообще без чего-либо. По связям, получается, по блату. Вот, и он живой. То есть дробовик использовать для начала нет смысла. Может быть, есть, у этого вообще осталась голова. Ну, не голова, а эта штука на месте. Есть ржавые обломки, могу создать патрон для дробовика. Еще одну хилку. Фугасные снаряды. Пригодится. Обломки кристаллов всякие. Ничего себе тут. Сколько всего. Еще отмычка. Отмычка-то хорошо. Так, локация-то я не доделал, да? В локации что-то. Ну тут скорее всего кристаллы где-то. Потому что тут добывают всякие кристаллы. Я более чем уверен. Если я собрал все основное, ну... Ну а что еще есть может быть, кроме как кристаллы? Ну давайте вот убедимся просто банально. Посмотрим. Тут кристаллов нет. Тут... А. Ой, а это полезно. Это очень... Вот такие штуки, если давали бы почаще, я был бы рад. Может быть, я такое и пропустил где-то. Там много локаций, получается. Не поверил, ну-ка. Это у нас куда? А, ну, вообще, одну. Литейная машина, переключатель. Ну, я вернусь тут в некоторые. Да, локаций много я пропустил. Но мы-то вернемся туда. Просто вопрос, каким путем мы это сделаем. Ну, ничего страшного. Мы как бы сейчас изучаем все это дело. Понимаем, где страшно, где нет. Так, самоделки.
Конечно, можно было бы просто убрать пистолет, на самом деле. Окей. Желтый кварц, большой кристалл, вивиант. Почему-то нас пытаются расформить. То есть нам пытаются дать огромное количество денег, скорее всего, для того, чтобы мы закупились, что-то взяли у нашего товарища герцога. Но вопрос, для чего? То есть у нас так уже последнее оружие. Нам только под... Вот жалко, что патрон у него в магазине не бесконечный, но это резидент. Да-да. Но это резиденты, они, в принципе, не должны быть бесконечными там. Мы должны страдать, бегать в панике от всего вот этого. Переживать. О, еще обломки металла. Дают слишком много, скорее всего, босс рядом. Вопрос, кто будет боссом? Скорее всего, главный. Это что? Еще один? Тихо, я аж в кнопках испугался. Скорее всего, вот тут мне придется использовать мину. Вместо этого всего дела. Тихо. А все. Пропусти. Да, снайпы вообще не использую на самом деле, но они мне не дают это сделать. Но там и урон меньше. Вообще потно как-то. Ну, хватит уже, падай давай. Попал. Все. Есть. Сколько, интересно, даст герцог за все это дело, что мы добыли. Вообще не знаю, на самом деле. Так, на револьвер еще ничего. Хотя, скорее всего, дали бы мне сейчас на револьвер, я бы уже его все весь растратил давным-давно. Тут такие, конечно, махины у них. Боевые. Ржавые обломки. Так, это куда спуск-то? В начало, да? Да. А как снайпу без прицела? Просто? А, я не знал. Что-то я даже не забыл про это. Ты же 20-40 думаешь? Не, нет, имею в виду за все. Тут типа за все прохождениями дают, только дают мне... Эти кристаллы, мне кажется, 1200. Так, я уже думал, что все это время колесо опускалось. Вообще за них должны дать, ну хотя 1020, хотя они слабые по факту, то есть они просто летают на ранцах. То есть больше ничего они такого не делают, ну. Их просто мансишь, и все. Его надо как-то вырубить. Это я полез правильно, да?
Это надо было сразу говорить, товарищ Итан. Всё. Патронов осталось 3. А если бы у меня полностью кончились патроны? Ножом лазить, тыкать или как? Блин, я не знаю, у меня вообще ничего не остается. То есть просто, наверное, лезть в него и переигрывать, наверное. Не, вообще, наверное, их можно так даже было и не трогать, этих ребят. То есть просто взял, пробежал, быстренько по пути сломал все. Они довольно-таки медлительные. Просто мы-то играем все-таки не на хардкоре, хочется патроны использовать немножко побольше. Это потом мы будем стелсить, не то что стелсить, будем бежать, в панике кряхтеть, кричать. Так, что есть, шахта? Мы очень высоко уже, очень высоко. Лучше бы Итан реально вот... Карта фабрики, верхние этажи, да? Что, прям много? Ну так, нормально. Улучшение солдата, реактивная тяга. Вот оно, прицепив к солдату реактивный ранец и головные стабилизаторы. Маневренность повысилась, опыты выявили ограниченную способность к полету. Расстояние полета небольшое, зато можно теперь преодолеть труднопроходимую местность. И бронесолдат. Пластина из алюминиевого сплава, чтобы защитить грудной реактор. Открытые участки тела. Опыты показали, что он уязвим, неуязвим к обычному огнестрельному оружию. Броня ломается от сильных залпов. Надо продолжить разработку. Это кто? Это вон то, да? Боевое создание. Еще реагент. Это сейчас будет бой с бронесолдатом у нас получается. Это слабая стена? Ну-ка. Или как? Или... Не, есть проход тут. Есть проходка. Давай, двигай. Двигай, Итан. Давай. Конечно, он еще... Ему дали выбор. Давай там вместе. Мать Миранда, ребенка спасешь. Хотя, скорее всего, ребенка он бы не отдал. Он бы всех бы устранил потом. Но зато мы не проходили бы эту локацию сейчас и... Ну, не знаю. Итан странный человек. Мы это много раз поняли. А по патронам у нас то дофигища, то их нет вообще. Теперь у нас 40 патронов на пистолет. 40. Нормально. Правда, на дробовик 0. Могу сделать. Вообще не могу, только на снайпу. Ну, ржавые обломки будут, и на дробовик сделаем. Конечно, за спиной что-нибудь такое. Хотя, мне кажется, он пуля может остановить на лету. А-а-а. Итан, стой. Хорош. Ножом, кажется, спокойным. Хотя, скорее всего, он бы этот нож из себя бы успел бы вытащить и кинуть, и швырнуть в Итана, скорее всего. То есть, он же ножом там прям руководил, жух-жух-жух-жух. Там туда-сюда все летало. Прям профессионал. Есть, можно скрафтить. 3 патрона на дробовичок, это то, что надо. Никогда не радовался так патронам. Вентиляционная шахта. А чё я не взял? Опять какой-то кристаллик? Ну, я уже не знаю. Пойдем вперед просто. Ну, Итан, ты же не будешь прыгать сюда. А. Это я просто хотел прыгнуть. Ну, Итан же все. Итан же у нас такой боевой. Он мог прыгнуть на самом деле. Ну, кто его знает? Он что только у нас не делает, этот Итан. Крути давай. По часовой. Закручивают обычно, да? Ну, а, он в другую сторону открывается даже. Ну, тогда ладно. Угу. А мы что-то не взяли. Ну, яичные, как бы, ладно. Это что за кнопка? Это что? Изучить. Совсем скоро, Миран. А там что была за кнопка? Начнет церемонию с твоей розой. Ну и ладно. Если это произойдет, всем конец.
твоему ребенку и всей деревне. Но не волнуйся, я ей помешаю. Я убью Миранду с помощью розы. Как? Бедный папаша. Похоже, ты один до сих пор не понимаешь, вообще ни разу. Как сильна твоя дочь. Вообще не понимаю. Хочешь забрать розу? Ну, попробуй. О, так это босс файт. У нас все есть, ключи, шаблоны. Ай, ладно. Мне лень нож доставать. Ну давайте. Босс файт, так босс файт, я готов. На главную арену. Еще. Чё там еще? Да, конечно, тут много. А, это стоп, это же мы вернулись сюда. А я что-то там нажимал, нет? Я же там какую-то кнопку нажал. Йо. А я вставил сюда? Нет, не вставлял ничего. Это какой-то еще проход, или я сейчас спущусь вниз? А это для чего тогда? Я готов, давай, да-да-да-да-да. Да? Заходи, Чейзер. А, это реально лифт с герцогом. Ну что, на сколько? Кристальное сердце по 5000. Большое по девятке. И все. Ага. Ну, 97 уже неплохо. Ваши деньги. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Патроны, правильно добыл? Вообще нет патронов у него. Новые предметы мне не нужны. Как тебе вот объяснить-то это? Барабан увеличит боезапас. Мне патроны нужны. Какой боезапас? Ладно, качаем. Урон побольше. Воу, я забыл про урон снайпера еще. Да очень мало. Спасибо за покупки. Да не за что, не за что. Покупки всегда хорошо тут у нас. Ключ с Кусар. Лошадью у меня разве был какой-то? У меня же не было ничего. Ключ с этим. Ну, я думаю, что надо просто спуститься на этом лифте. Я так думаю, что значит надо спуститься по этому лифту. Там сделать шаблон шара. Я думал, что будет все легко, как вчера. Точнее, быстро. А сегодня прям, да. Герцог Эс Миранда. Ну, это будет прям майндгейм какой-то. Майндгейм. Сейчас снова сражаться с ними. Правда, я не помню, где там проход к ним. То ли здесь. Так, только без скримеров. Только без скримеров, давай. Мы сегодня много чего страшного повидали. Это кто там идет такой? А все. На реакции. Так, смотрим, найду ли я тут что-нибудь еще полезного. Что угодно полезного. Локация эта чиста.
Не, я их вместе ни разу не видел. Он какой-то хитрец этот. Герцог, он что-то замышляет, может быть, даже. Так, тут темно, очень страшно. Да-да, кто там? Ничего себе он бьет. Да хорош. Взрыв. Так, о! Этмо снова тут. Шаблон ключа, во-первых. Так, и шаблон шара. Ключ у нас есть теперь. А шар это, наверное, для игры. Точно, слушайте, это дополнительная штучка. Чтобы можно было... Да, оно. Супер, все, погнали тогда сейчас к железной лошади. Вот. Теперь у нас тут есть ключ Гейзенберга. И это вход куда? В жилище. О! А вы тут что забыли? Есть динамит? Один. Не. Сколько урон не качай, они все равно какие-то они лютые. Ну я хотя бы послабее, ладно. Обломки раз. Обломки. Порох. Не, ну патрончиков много дает. Хотя реально, кстати, реально модельки с фасмом очень похожи. Они же эти, как его... На этого с серпом, кстати, реально очень похоже. Я сейчас только что понял, о чем ты говоришь. Очень похоже. Объединяем. У нас теперь есть молот Гейзенберга. И вот эта локация, это... А что такое? Вот я что-то не нашел на этой фабрике еще добавок. Ну, знаете, я уже не буду бегать. Тут много локаций, они такие все темные, мыльные. Ну, где-то что-то лежит. Ну, окей. Машинный зал. Мы еще тоже не весь изучили. Не, мы тут были везде, это очевидно, понятно, я все. А, стойте, это место. А точно ли я хочу тут еще раз пробегать? У нас же теперь лифт есть, как бы. То есть, зачем я это делаю? Не знаю. Например, ради вот фугасного снаряда. Ну хорошо, фугасный снаряд этого стоил. Ты чё? Я напугался больше всего. А, да? Настолько даже все просто. Ну-ка. Ой!
Я что-то засмотрелся. Все, пора стрим заканчивать уже. Ой. Ладно, пробегаем спокойно. Да ты гений. Ой. Я никак это комментировать не буду. Ты этого не видел, и, ребят, кто смотрит, этого тоже не видели. Это все был. А это что за путь? Сейчас направо. Какие-то микроподлокации, что ли? А. Так это... Резервный... Так это вообще базовая база. Прям база. Получается. Тут мы сейчас все так же вылепливали. Я хожу кругами. Полностью просто. Тут есть локации, которых я не был. Просто я же сюда, скорее всего, уже не вернусь. Вот. Хотя пишется, что был. Поверну направо. Это красный цех. Тут я прятался. Так, что я вообще упустил-то? Один порох? Дело в нем было? Ага. Не, локация давит. Прям изрядно. Я слегка заплутал просто уже. Но все это вообще не зря. Смотри, что нашел. Патроны на снайпу 5. Светошумовые первые даже нам дались. Какой-то реагент где-то валяется. За стеной, что ли, был вообще? Да, за стеной, а тут что еще в этой маленькой комнатушке? Большой кристалл. То есть я говорю, мы очень много чего пропускаем. Ну как мы, я. Очень много. Вот эта локация еще тоже считается чем-то таким. Это уже... Да это разные локации, но при этом я и тут, и там что-то да упустил. Вот. Что подобрал? Я даже не увидел. Патроны или фугаски, или фугаски. Так, кого-то нашел еще в сознании здесь. Да я хочу попасть сюда вообще. Да. Нормально. Давайте пробежимся тут, посмотрим. Рация, чего я тут не взял? Сейчас наверх чуть позже поднимемся. Потому что я там мансил, а я не мансил вот тут. Я обычно тут, я сюда даже не заходил. О, патроны, пистолет, шкафы. Мина. Не, ну локация полезная здесь. Ну, точнее, локация очень полезна. Я зря так просто пробегал. Но тут было опять-таки мне не до этого, чтобы все рассматривать. До сих пор не смотрел демку, серьезно? Ну, Рик, вообще демка, она ничем не отличается от геймплея. Там просто геймплей в замке, начальный и геймплей. Ну, в этом. Начало игры, грубо говоря. Это кто? Ты что забыл тут? А давайте с ним сразимся. Стоять. А что он тут делает? Нереально, а что он тут забыл? Я помню, что его не пробивает оружие обычное. Пройдешь, нет? Ё-моё! Иди сюда. Он тут живет. Oh.
А что это проблема, да, у тебя? Ну бывает. Давай. Нет, стой, стой, стой. Не прощу. Не прощу я тебе этого. Не может два. О, это был босс. Ну где что босс? Это был такой мини-боссец. Окей, окей. Мы снова все потратили. И снова частично все приобрели. Патроны есть. Чего уж тут жаловаться. Стой, он там что-то охранял, подожди. Он же там сидел не просто так. Или там спуск изначальный. А, там изначальный спуск у нас идет. Как я вот сюда прыгнул, правильно же? Ну да, это локация, литейная, все такое. Слил фугаску и мину одновременно. Самое, ну, фугаска очень редкая. Мина-то ладно, фиг с ней. Вот до чего доводит, когда торопишься. Не торопимся, ребят, не торопимся. Вообще ни в коем случае. А, получается, я вообще его обошел. Если бы я поднялся бы, сейчас вернулся, поднялся бы на... Не прошло. Последний патрон. Сейчас надолго будет. Или нет, или ненадолго. Бежать? Ах ты какой! Взрыв? Еще одно чисто кристаллическое. Но теперь ни фугаски, ни мины вообще нет. Есть зато два. Еще один динамита пригодятся на самом деле. Можно было, конечно, сэкономить немножко, но я не стал. Я вообще куда иду? Я перепутал, мне сюда или туда? Я уже все. Вот сюда мне. Китаухи остались, да, у меня? А, нет, стоп, еще один снаряд. Есть еще, есть, есть. Ну, световуха против роботов, я не думаю, что поможет на самом деле. Так, а вот и я. Давай наверх меня вези. Отдохнем сейчас с тобой, герцог, вон. А, с ним нельзя так говорить, пока едешь, хорошо. Помолчим, хорошо. Понимаешь, герцог, проблема в том, что патронов очень мало. Не даешь больше. У тебя все есть, но патронов нет. Ну как такое возможно вообще, объясни мне. У тебя он куча колец, ты богатейший уже сейчас человек должен быть. Ищите что-то конкретное. Здесь у нас по 25 тысяч. Ожерелье, скорее всего, все, и молот Гейзенберга тоже все. Вооружейный качаем снайпу максимально. А тут, наверное, дробовичок. С удовольствием. Вот. По патронам. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важнее. Все, тут уже кончается все дело. Счастливо. Там и низ вроде, да я не знаю, у нас есть просто тут одна такая дверка, которую мы еще не открывали. Я вот что хотел сделать. Проверить ее, что находится здесь.
У нас тут грузовой отсек, что-то еще. Что? В лифте что-то есть? Я что-то здесь не могу найти, да? Ладно. Не суть. А ты и правда живуч? Да не, пока все делаю правильно. Но мне надоело болтать. Умри, наконец. Слышишь эти звуки? Да. Тебя? Наш друг, правильно? О, патрончики дали. Еще патроны. Может быть, надо было тогда пистолет выкачивать, а не дробовик. А, сейчас будет заметка про этого. Про Карлсона нашего. Прототип штурм. Использовал дешевый турбовинтовой двигатель, но управлять бойцом стало невозможно. Он всегда атакует. Слишком много энергии от реактора. Спереди абсолютно неуязвим. Умудрился также оттяпать себе пальцы пропеллером. Есть проблема с перегревом при длительном использовании. Вывод — полная неудача. Ну, сейчас посмотрим, какая там неудача. Рик, да-да-да, видел только это. Че? В отличие запрещены высказывания. Вот эти вот. Всякие. Это мы осуждаем. Вот. Это без таких высказываний в плане какого-то там веса. Все люди разные. Вот. Это еще такие вот правила, что нельзя. Ну ты понял. Это мы такое осуждаем, правильно же? А то забанят. Я вот это как раз и говорил, что отвечал такие вот правила, что нельзя их нарушать. А так платформа обалденная. Да. Бежим. У меня нет времени на это. К здоровью. В смысле? Перегрелся, нет? А как? Ну давай. Дай пройду. Да какой? Он же абсолютно неуязвим спереди. Что ты хочешь от меня, игра? Что ты хочешь, чтобы я сделал? А все. У него сзади. Взорвешься, может быть? Как патроны перезарядить? О, пробил стенку. Нифига он бешеный, конечно. Я могу сделать что-нибудь? Подожди. А как патроны менять? Ну... изучить. Вау. Что хотел сделать? Что я хотел сделать? Я уже не помню. Я не понимаю.
Он слишком быстрый, у меня патронов на дробовик нет, чтобы я их использовал. Я понимаю, что сзади у него эта штука. Но он слишком быстрый. Ну, туда придется пистолетом. Давай, беги на меня. Так. Хорошо, снова загорается. Ой-ой-ой. Я думал, он сейчас побежит, а он коптить начал. Да ё-моё. А все это. Можете смело F писать. Взорвись ты уже, господи, давай. Опять, да, свою? Хорошо. Давай, разгоняйся. Еще разок, хорошо побежал. Так. Успел? Успел. Так, еще одна стена здесь у нас. Ну, разрушили здесь уже. Какой настырный. А у меня больше нечем. Хорошо. Все, что ли? Вот и лежи. Сейчас взорвется. Они все взрываются, нет? Да. Ложное кристаллическое сердце. Ноль. Мало. Ну, что-то есть. Хорошо. Ну что, Гейзенберг? Сигара. Миранда омерзительна, ее вранье не знает границ. Для нее мы лишь всего лишь плоды неудачных экспериментов с Каду. Мне повезло, что я более восприимчив к нему, чем все остальные. Осуждаем такие высказывания. Она называет меня своим сыном. Пустой звук. Я не прощу ее то, что она сделала со мной. Для нее понятие эксперименты и семья равнозначны. Миранда не просто изменила мое тело, она лишила меня достоинства. Ее надо убить, иначе я не смогу распоряжаться своей жизнью, говорит наш враг. Но при всем своем безумии она сильна. Она может стать кем угодно с помощью мегамицелия. Так она и есть герцог, получается. Малявка Роза, вот ключ. Если я заполучу ее силу, то возможно... Кстати, у ее папули Итана тоже очень интересное тело. Надо бы уговаривать его мне помочь. Но у нас тоже какая-то, видимо, мутация, может быть, есть в организме. Что я тут не взял? Кого я, что я тут не открыл? Какой ящик? Какой? А-а-а. Нет. Ящики открываются какие-то? Да нет, тоже непонятно. Грузовой отсек и какой-то тайный путь. Пойдемте в тайный путь. И здесь у нас чего? Угу, травушка. Обломки.
патроны на дробовик, реагенты. Не, ну хоть что-то нам подвосстановили. Хотя бы патроны на дробовик дали. Вернули. Я пока так и не понял, как мне сменить режим стрельбы. Пока вообще непонятно. Что же я упустил здесь? Какие-нибудь тоже? А скорее всего какой-нибудь кристалл опять. Может где-то под... А! Ящик. Ну да. F нажми, сменишь. Нажимаю. А, при... прицеливание нажимается, все понятно. Так, ну тут что будет? Еще босс. Очень длинная локация. Очень длинная. Мега длинная. Грузовой отсек все собрали, правильно, да. Аккуратно. Оба. И рычажком работаем. Хотя это место очень опасное против Гейзенберга. Он же может сейчас сделать что угодно с этой железкой. Кинуть ее, прокинуть. Угу. Дождались и выходим. Кого-то тут ловили, держали. Вообще босса-то мы прошли. Пора бы как-то уже что-то это... Ну, выводить нас потихонечку. Знакомое место, кстати говоря, очень. И что происходит? А все. Неплохо, неплохо, Уинтерс. Ты упорный. Но я тут подготавливаю бунт, так что не лезь сюда. Это вот он собирается в робота какого-то. Чего? Пошел. Вон. Сюда. И снова вниз. Вот сволочь. Опять лезть будем всю игру. Блять, опять. Я про то же. Сток отходов. Опять. Та же самая решетка, которую мы уже раз 6 вытаскивали. Абсолютно такой же кривизны. Выбираем вот это. Ловим скримак, да? Скримак ловим, не ловим? Редфилд? Я же просил тебя не лезть, Титан! Ты мне мешаешь. Что тебе надо от меня, Крис? Ты, сука, убил мою жену. Я убил не Мию. В смысле? Ты жил не с ней. В смысле? Ты жил с Миранной. Что? Чего? Она биооружие. Она сменила форму и притворилась... Мы ж читали, что она может стать кем угодно. Да? Да. Мий. Пули ее, кстати, не убили. Я хочу доделать дело. Не пизди! А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех! А нам здесь и без гражданских приходится непросто. Почему мы, Крис? Что за хрень происходит? Ладно, Итан. Ладно. Все-таки я должен был рассказать. И получается, что поэтому как бы они ее убивают? Но прикол-то в чем? Они едут и, видимо, по пути она осталась жива, и поэтому она забрала ребенка и вернулась. А почему она раньше не забрала ребенка, не убив? Герцог тоже может быть. Дай мне тут ключ.
Какой? Ударишь меня им? А? Ну давай. Если вкратце, Миранда рехнулась. Деревня, эти монстры, твари, ее работа. Какой-то стрёмный эксперимент с плесенью. Плесень. Как в Луизиане. Твою мать! А я-то надеялся, что спасу семью. Я не могу сбежать. Ничего не могу! Это не совсем так. Погоди, Миранда изначально притворилась? Еще с седьмой части? Еще с седьмой части она притворилась? И изначально Мии там не было? Или была? Смотри. Бойцы прислали эти снимки только что. Миранда. Приглядись. Роза, охренеть! Идем туда! Остынь, мои бойцы не спускают с них глаз. Но у них моя дочь! Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку. Я останусь и заложу еще взрывчатки. Ты поедешь на лифте, встретимся наверху. Клянусь, мы с тобой спасем твою дочку. Вместе. Да, мы спасем. Я отыщу Миранду. И убью эту суку. А может ты, Миранда, ладно. Подожди. Тогда садись. И будь добр. Не лезь на а рожон. Может ты, Миранда, не? Ну а вдруг? Хотя ты бы мне ничего не говорил тогда. Пути нет. Да. Ну погоди, мы сейчас на свалке, можно пройти назад, чуть-чуть вперед. Мы Гейзенберга еще не одолели на самом деле-то. Пора бы как-то уже. Просто мне интересно, как Итан сможет вообще его одолеть, если Гейзенберг самый сильный. Из всех. Непонятно. Короче. Завтра рано вставать не, поэтому сейчас будем заканчивать. Продолжим мы со следующего стрима. Я надеюсь, что следующий стрим уже будет последний. Мы как раз таки пройдем. Заберем последнее сокровище. Там Миранда, все вот это вот. Сядем на машину, как бы все сделаем, всех победим. Думаю, надеюсь. Сейчас только мы прочитаем одну штуку, вот эту вот полезную. Поэтому пока не расходимся. И в субботу не забывайте, что розыгрыш. Кому? Отряд охотничьи псы. Осмотр фабрики завершен. Доказательства связи с организацией не обнаружены. Нам сегодня явно не везет. Мне удалось найти ряд документов с описанием экспериментов Миранды, подтверждающих наши теории. Судя по всему, она заразила себя мутомицелием и приобрела ряд способностей, в частности, мимикрию. Она управляет своими клетками и может превращаться в любых существ и предметы. Она притворилась Мией и проникла в дом Интерсов. Она явно намеревалась похитить Розу. Видимо, решила, что будет легче контролировать Розу, находясь в облике ее матери. Наше нападение сорвало ее планы, поэтому она притворилась трупом. Затем она ожила в грузовике, убила всех, кто находился внутри, и скрылась с Розой. Все прошло не так, как она ожидала, но в конечном итоге ее замысел осуществился. Но это не конец. Пора встретиться и разнести это место к чертям. Возможно, мы столкнемся с Гейзенбергом, но я нашел кое-что полезное. Он забыл здесь одну из своих игрушек. Она из металла полимерного материала, и он не сможет ей управлять. Побьем врага его же оружием. Альфа. Я тоже думаю, что может быть такое, что герцог Миранда в конце окажется. Но это было бы прикольно. Короче, ладно, отыграем в следующий раз. Сохранение тут есть? Есть. На 11. Все, спасибо большое за стрим. Спасибо большое за просмотр, ребят, всем, кто был на стриме. А сегодня у нас сколько человек было? Сколько? Как посмотреть, сколько человек было? А, 4, было 5 или 6 или 4 зрителя. Все, всем пока. До завтра.